Пришла на почту. Получила бандерол. Так. Вот цвет. Это что я и говорила, что это кардиган. Не помню, сколько даже он. Около 600, надо было посмотреть. Ой, ну такой же лягусенький, ну это ж просто просто трикотаж тонюпенький. Ну вообще, это же еще и подарочек тебе сделали, такую бабочку. Не знаю, куда ее. Сейчас примерю. И, конечно, это просто. Это ж так покупай. Я уже просто так чувствую, что оно такое. Смотрите. Это даже ночная рубашка потолще. Еще вибрирует. Ой, я не могу. Ой, китайцы дают. О, смотрите, я даже его попробую еще отгладить. Короче, я уже еще не мерила, а уже нашла массу минусов. Ой. Оно вроде бы, смотрите. Да, сейчас я его постираю. Сейчас померяю, потом постираю, посмотрю, разгладится ли оно. Это же я одела его. Единственное, что меня радует, что рукав как раз. Рукав, длина, сейчас я покажу. Но ширина, смотрите. Но он, конечно, 2XL написан. Еще же надо, чтобы это все отгладилось. Или может оно, смотрите, или оно постирается, может оно распрямится, вот это все. Так вроде бы на тело. Ну, такое приятно. Правда, здесь у меня под низом хэбэшная футболка, конечно. Короче, позвонил муж, говорит, а ты его, говорит, может, там, говорит, пола за полу должно заходить. Вот так вот, смотрите. Ну, в принципе, так можно. Такое-то, что-то такое придумать. То так еще более-менее. Я и тут и так. Ну, в общем, вот это такое я получила. Легкое, воздушное, ветерку послушное. Попробую сейчас простирнуть его просто в воде и посмотреть, как оно будет себя вести. Вот. Вот это так, моя первая примерка с AliExpress. Напишите мне, девочки, если что, что это правильно, оно вот так носится. Или вот так носится, вот так обыкновенно тогда оно просто висит таким балахончиком. Или же... Ну, не знаю. И, ну, в принципе, носить, конечно, можно. Вот так весной. Тем более цвет такой насыщенный, такой, как и там на рисунке. Такой фиолетовый. Не, синий. Синьо-фиолетовый такой какой-то. Не, не синий, точно темно-фиолетовый. Ну, нет ничего ж. Нигде ни одной ни выточки, ни рисуночка. Все гладко, все вот это. Так, после стирки ничего не изменилось. Все эти полосы как были, так и остались. Я намочила и высушила в машинке. Руками ничего не жала. Ну, в общем, это такое. Ну, сейчас надо, наверное, немножко его просушить, не сильно. И попробовать отгладить. А! Короче. Еще как-то так оно, смотрите, как намочилось. Пятнами такими. Не знаю, как оно высохнет, одинаково будет или нет. На улице мокрый снег, поэтому сушу в расправленном виде. Вот видите, как какие-то пятна. Ну, в принципе, как вот я жила в Аргентине и была вот в гостях год назад, как аргентинцы ходят, они вот это вообще не заморачивались. Они одевают, даже не гладят. И почему они не гладят? Потому что у них жара там. Они по три раза эту футболку меняют на день. По три раза на день. И когда им гладить? Оно хотя бы успевало им стираться. Вот. Поэтому, если это рассчитано, видите, когда там сильно намочилось, там нет. Хотя я его хорошо замочила. В общем, вот это такое. Поэтому можно не заморачиваться над этим.